А перед началом відео хочу порекомендувати канал Mickey Mouse Game World. Там вы найдете различные видосы по разным играм. Видосы действительно очень интересные, всем советую их посмотреть. Также обзоры различных симуляторов и эксперименты Motor Depot. Все это вы найдете на данном канале, ссылочка на него будет обязательно в описании. Переходите, подписывайтесь, передавайте привет. Что ж, ну а я перехожу к новому видео. Добро пожаловать на просмотр РПшки по Motor Depot. И вот, выпал первый снежок в Motor Depot. Смотрите, правда, слой еще снега вообще тонкий. На дороге небольшая такая гололедица заснежена, но вроде бы более-менее все почистили. Ну, нормально, ездить можно. Сейчас раннее утро, и я вот на пазике заехал заправиться перед работой. Что ж, садимся в пазик. Снимаемся с ручника и выезжаем на работу. Сегодня будем развозить пассажиров по Серпову, по основному городу. Вот, и так как сейчас времена коронавируса, поэтому все должны в автобусе ездить с масками, в том числе и я. И наш персонаж, водитель, сейчас тоже едет в маске. Все как полагается. Итак, давайте не будем превышать скорость. Кстати, свет не включил, нужно свет включить. Вот так вот. На дороге машин нет. Кстати, сколько времени-то? 8 часов 10 минут. Ну вот, говорю, еще совсем раннее утро. Итак, вот у нас уже первые пассажиры стоят. Давайте встаем. И пусть они заходят. Так, маски одеваем. Соблюдаем режим. Реклама какая оригинальная, хостовары, найдется все что угодно. Так, все, все сели, выезжаем. Жалко, зеркала не работают, а то у нас сейчас может кто-нибудь лепячиться сзади. Так, сейчас будем поворачивать направо, в знак уступи дорогу, но уступать некому, того челика тоже уступи дорогу, поэтому можно спокойно ехать. Так, проезжаем мимо местных магазинов. Такой вот зимний Серпов. Первая зимняя серия по Motor Depot. Скоро уже начнутся новогодние серии по Motor Depot. Выезжаем. Аккуратненько все делаем. Кстати, пазик, как вы могли заметить, у меня модовый стоит. Да, с крутым скином, колесами. Так, и еще одна остановка. Как-то резко затормозили мы. Встаем. И снова ждем, когда зайдут или выйдут пассажиры. Вот такой вот замечательный пазик. Здесь рекламка, такой огонь на двери. В общем, вообще мод крутой, мне нравится. Так, все. Все зашли. Едем дальше. Заезжаем в старый район города. Здесь такие вот малоэтажные дома, так сказать. Да. Вот, деревянные еще некоторые, даже кирпичные. Вот справа как раз таки деревянный дом идет. Здесь такой старый район Серпова. Через него маршрут тоже идет. Все, давайте притормаживаем. Слева, справа никого нет. Спокойно выезжаем. Давайте сразу же на вторую передачу. И топим, так сказать. Можно так вот посмотреть, жалко никаких висюлек в Motor Depot нельзя повешать на окна, шторки, вымпела какие-нибудь. Ну и под тому подобные вещи. Давайте красивые кадры сейчас сделаю. Вот так вот. Фух, классно. Обожаю эту игру. Как видите, теперь я играю на максималках. В предыдущей серии я говорил, что купил новый телефон. Немножко отклонились от курса. Купил новый телефон, чтобы вы не спрашивали, сразу же скажу, что это Honor 10i, был Honor 9 White. Что сказать по новому телефону, он просто супер, мне очень заходит. Итак, у нас идет еще одна остановка, на ней никого нету, ну, кто-нибудь точно да выйдет. Все, останавливаемся и ждем, когда все выйдут. Вот, все, вышел один человек. Едем дальше. Сегодня проедем по кругу. Ну, вот такой вот у нас маршрут
старый район, точнее, выезжали мы от магазинов, потом старый район, и тут уже по набережной возле реки Серпова едем. Справа уже, да, на реке лед. Кстати, снежок идет, только сейчас заметил, так вот порхает слегка. Ну, нормально, красиво так. Еще, кстати, ни на одном окне мотор-депот я не увидел гирлянд новогодних, ни одной елки. У нас уже в городе, вот в реале, кто-то уже даже гирлянды развесил. Очень много людей, которые так вот украсили свои окна. Такая уже новогодняя атмосфера потихонечку, да, появляется. Меньше месяца осталось до Нового года. Вот, наконец-то 20-й год закончится. Это, конечно, был очень такой... Так, стоп. Что тормоза не сразу сработали. Весьма опасно было. Так, ну все, еще человек вышел. Автобус практически пустой. Странно, такая раньше, я должен на работу ехать. Сегодня так-то понедельник. Ну, я в понедельник серию записываю. Забыл вторую передачу воткнуть. Думаю, что так тихо автобус едет. Что ж, мы сейчас уже будем подъезжать к промзоне, где здесь стоит знаменитый ТЭЦ в Серпове. Ну и разные склады и так далее. Ну, в общем, вы и без меня все это прекрасно понимаете. Давайте забавим скорость. Сейчас будет очень резкий поворот. Вот здесь даже никаких знаков, ничего нет. Вот. Все. Слева идут многоэтажки знаменитые. Мотор-депотские, так сказать. Точнее, серповские. Так будет лучше звучать, я думаю. Итак, что ж, сейчас мы выедем к автовокзалу. Когда проедем вот этот вот круг. Я думаю, здесь можно четвертую воткнуть и ехать побыстрее. Здесь дорога прямая, все нормально. Кстати, все пассажиры, в том числе и я, едем в масках. Режим, конечно же, соблюдаем. Так. Что ж, ну тут, да, больше остановок не было. Сейчас, значит, сразу же едем на автовокзал Серпова. Вот, ЖД переезд, ничем не огороженный, весьма опасно. Итак, у нас спереди такой вот перекресток. Машин вообще ни одной нет, ни одной нету машины. Вот почему мотор-депот, то машины есть, то их нету. Это, конечно, игру очень омертвляет. Так вот пусто едешь, снег идет. А если летом едешь, там ни снега, ни людей, никого нет. На остановках порой люди стоят. И все. Больше никого нет. Итак, заезжаем на автовокзал и продолжим путь далее. Заезжаем аккуратненько. Все, заехали. Я немножко не так начал заезжать. Нужно было чуть раньше повернуть. Но ничего страшного. Вот так вот заезжаем. Все, ставимся на ручник. Здесь подольше постоим, подождем, пока все выйдут, зайдут, так как это автобаза. Ну а пока полюбуемся пазиком. Итак, небольшая предыстория. Сейчас люди начали заходить все в масках, нормально, а данный субъект отказался одевать маску, ибо она не помогает от коронавируса, по его словам, и так далее. А на автобусе написано, что без маски вход строго запрещен. Или же я имею право просто не вести пассажира. И сейчас идут с ним как раз таки разборки. Итак, уважаемые, если вы не оденете маску, мы никуда не поедем. То есть я вас сейчас из автобуса выгнал, вы сейчас задерживаете мое, свое и время пассажиров, нормальных пассажиров, которые куда-то едут. Вы их время сейчас отнимаете. Вы понимаете, вам что сложного одеть маску? Она у вас с собой. Если вы не верите в коронавирус и тому подобные вещи, так зачем же вы с собой маску-то тогда носите? В чем проблема ее одеть? Ну, если вы не верите, что маска не помогает, ну такие, стойте здесь дальше. Ну, я поеду. Двери закрыты, я сейчас вообще могу позвонить куда надо, вам тут штрафик выпишут. Так что, уважаемые, давайте-ка тут не возникаем, а
Я поехал дальше. Нет, ну и пишите жалобу. А какая жалоба? Это я могу на вас жалобу написать. Я ничего не нарушал. Да, ну такое себе, конечно. Бывают и такие странные личности. Вот там как раз полиция проехала. Жалко мимо. Ну и стой здесь, в холоде. Ну то шара. Говорит, типа, маска ни от чего не защищает. Все это брехня на самом деле. Никакого коронавируса нет. Конечно, вообще странный чел. Полечиться бы не мешало. Что ж, ну ладно, не будем зацикливаться на таких людях. Зацикливать внимание, так сказать, на таких людях, а продолжим дальше маршрут. Что ж, я уже захожу на второй круг. Первый круг мы проехали с вами благополучно. Вот такая вот даже небольшая история была с, я даже не знаю, с таким вот субъектом, который отказывается соблюдать нормы. Ничего сложного в этом нет, просто одеть маску. Сам недавно ездил на автобусе и обязательно в маске. Практически весь автобус тоже был в масках. Ну, конечно же, не все такие сознательные. Ну, в общем, ладно, на этом будем заканчивать серию. Я продолжу свой маршрут дальше. Ну, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. На этом все. Большое спасибо за просмотр и всем пока.